Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События». В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В Самаре сегодня открывается фестиваль «Российская студенческая весна». Он продлится до 24 мая. Включение со стадиона «Самара-Арена» наших корреспондентов. Построить парковку, убрать ларьки и сделать тротуары. С такими просьбами обратились к главе Самары Ирине Лапушкиной жители. Варианты решения искали на очередном приеме граждан. Вручили денежные сертификаты и памятные подарки. Глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев поздравили учеников 11 классов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Пространственное развитие Самары и повышение качества городской среды. В Самарском университете прошла 4-я стратегическая сессия по корректировке плана развития города до 2025 года. Более 200 участников со всего региона. В Самаре прошел фестиваль песенного творчества для пожилых «Самарская вишня». Сегодня в Самаре стартует юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна». Программа включает в себя развлечения не только для участников, но и для жителей города. Любой желающий сможет посетить фестивальные городки. Они начнут работать в 12 часов. Первый расположился на второй очереди набережной. Входные группы открыты со стороны бассейна ЦСКА ВС, Маяковского, Чкаловского, Полевого и Первомайского спусков. Второй фестивальный городок работает на площади Куйбышева. Входные группы открыты со стороны Красноармейской и Вилоновской. Главной локацией станет сцена стадиона «Самара-Арена», где почти каждый вечер будут выступать хедлайнеры. Сегодня там церемония открытия. Вход на площадку открыли в 17 часов. Зрителей ждет грандиозное шоу «Восход». На сцене выступят известные артисты. Российская студенческая весна раскинется не только на конкурсных площадках. Стать частью большого праздника можно будет и в фестивальных городках, которые до 24 мая каждый день будут открыты на площади Куйбышева и второй очереди Самарской набережной. Сегодня они начали работу с 12 часов дня. Подробнее в репортаже нашей съемочной группы. Самара от А до Я. Все самое главное о городе гости смогут узнать благодаря арт-объекту «Азбука». Он расположился на второй очереди Самарской набережной в фестивальном городке российской студенческой весны и раскрывает весь городской колорит. Арт-объект интерактивный. Можно и послушать музыку, и посидеть на уникальных самарских трамвайных сиденьях. Я думаю, данная выставка дает очень крутую возможность познакомиться с нашим городом, потому что здесь не только какие-то скучные доисторические факты, да, здесь очень много душевного, локального, вот именно нашего самарского. На второй очереди Самарской набережной раскинулся целый ряд арт-объектов. Качели под облаками, бумажный кораблик, сад вертушек, самарская архитектура для детей и интерактивная видеобудка. Также гости фестивального городка смогут узнать историю российской студвесны, а также попробовать волжскую еду и напитки и выбрать себе одежду и сувениры от самарских дизайнеров. Здравствуйте, у нас инклюзивная ресурсная мастерская. У нас ребятки с инвалидностью и без делают эти работы. То есть вот за год это их работы. У нас три мастерских: текстильные, живописные и гончарные. Все гости могут поучаствовать и в различных интерактивах в многочисленных павильонах. Каждый день они представляют интересные программы, которые включают в себя творческие воркшопы, мастер-классы, лекции и круглые столы. А отдохнуть и развлечься можно будет на площади Куйбышева. Здесь также раскинулся фестивальный городок, будут проводиться концерты. Это прекрасный фестиваль, самый запоминающийся вообще в году. Я сюда приезжаю второй год подряд со своим коллективом «Атмосфера». Мы выступаем с чир-шоу. Команда у нас прекрасная. Фестивальные городки будут работать на протяжении всего фестиваля до 24 мая. Начинаться работа площадок будет с 12 часов каждый день. Каждый житель и гость Самары смогут стать частью большого всероссийского фестиваля. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Благоустроить двор, ограничить количество продовольственных ларьков и сделать тротуары. С такими просьбами обратились к главе города Елене Лапушкиной и жители Самары. Варианты решения искали на очередном приеме граждан. О найденных компромиссах репортаж Ольги Павловой. Люди, которые приезжают куда-то, видимо, на работу, вот в нашем районе, заезжают во двор и с одной стороны, и с другой. И то есть парковки на газонах, парковки прям около подъезда. То есть даже в каких-то вот критических ситуациях, когда нужно подъехать скорой помощи, не дай бог, пожарной какой-то машине, мы не можем это осуществить.
Поделиться с главой города наболевшими вопросами и найти пути их решения пришли жители 187-го дома по улице Галактионовской. Во дворе многоэтажного строения нет детской площадки. А место, где теоретически она могла бы располагаться, занимает несанкционированная парковка. Кроме того, по словам жителей, после сноса гаражей и сараев вблизи дома освобожденную территорию планировали благоустроить, но к работам по обновлению так и не приступили. Во дворе еще остались ветхие строения. Плюс ко всему, не обустроена и не огорожена контейнерная площадка. Для того, чтобы сберечь газоны и избежать несанкционированной парковки, жильцам 187-го дома по Галактионовской предложили поставить знаки и при желании оградить территорию въезда во двор шлагбаумом. Что же касается контейнерной площадки, ее полностью оборудуют в будущем году. Вам сделать нормальную контейнерную площадку с крышей и с основанием. Согласны? Да. А вот жительница Самары Александра Вострикова обратилась к главе города с просьбой отремонтировать тротуар по улице Лукачева от Постникова оврага до Склиренко. Здесь, по словам Александры Николаевны, фактически никогда не было нормальной пешеходной дорожки. Тротуар необходим. Там его вообще никогда не было, и он просто вот просится туда. И сразу бы разгрузилась вот эта улица. Решение по ремонту тротуара будет приниматься сотрудниками департамента городского хозяйства и экологии совместно с жителями города. Работы уже запланированы. На этот год мы с одной стороны, если подниматься в Новосадовой, с правой стороны тротуар мы берем в работу, потом с пешеходным переходом на противоположную сторону. Не просьба, а буквально крик души, так охарактеризовали свое обращение к главе города жители домов по заводскому шоссе. Люди пожаловались на обилие продовольственных ларьков, реализующих алкогольную продукцию. Большинство из них находится вблизи жилых домов. Следствием такого соседства становятся горы мусора, драки и постоянный шум. К решению вопроса по просьбе главы города Елены Лапушкиной подключатся сотрудники полиции. Также жители домов по заводскому шоссе попросили установить ограждение между дорогой и тротуарами в тех местах, где их нет, и помочь сменить управляющую компанию. И в том, и в другом вопросе глава города готова оказать поддержку. Ольга Павлова, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев поздравили учеников 11 классов, победителей олимпиад и спортивных состязаний из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Выпускникам самарских общеобразовательных учреждений вручили сертификаты на получение единовременной выплаты и памятные подарки. Детали торжественного события раскроет Михаил Ермоленко. Данил Гумеров – настоящий активист и патриот своей школы. За 11 лет обучения в кадетском корпусе номер 95 юноша стал участником большинства важных событий. Военно-спортивные соревнования и игры областного и всероссийского уровней, парады памяти и победы. К концу обучения Данил стал старшиной 95-й школы. Приемные родители юношей гордятся. Свои амбиции лидера парень хочет реализовывать и дальше. Для этого планирует поступить в Самарский университет на государственное и муниципальное управление. В преддверии выпускного за активную гражданскую позицию и успехи в учебе юношу поздравили и наградили в администрации Самары. Мне это было очень приятно, и приятно, что моих родителей также поздравили. Это скорее просто дает мотивацию работать дальше. Ежегодно в Самаре успешных выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чествуют в городской администрации. Эта традиция зародилась 8 лет назад. В этом году 11 класс оканчивает 82 школьника. 10 самым выдающимся из них – спортсменам, отличникам и активистам – на торжестве вручили денежные сертификаты на получение единовременного пособия в размере 10 тысяч рублей, а также памятные подарки. Поздравила ребят глава города Елена Лапушкина. Очень хочется вам пожелать, чтобы все, чему вы научились, и вы должны понимать, что вы это научились благодаря своим педагогам, благодаря своим учителям, чтобы в вашей памяти их имена и доброе отношение к ним, конечно, сохранилось на всю вашу жизнь. Слова благодарности глава выразила попечителям и приемным родителям школьников, людям, которые окружали детей заботой, лаской, вниманием и добром. Попечителей наградили благодарственными письмами. На сегодняшний день на территории Самары в замещающих семьях воспитывается 2140 детей. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. В Самаре прошли общественные слушания о включении территории парка 60-летия советской власти в лесопарковый зеленый пояс города. Обсуждение собрало более 400 человек. Как проголосовали жители и какая судьба ждет парк, расскажет Максим Магомедов.
В актовом зале школы номер 32 участники общественных слушаний собрались, чтобы обсудить, включать ли парк 60-летия советской власти в состав существующего лесопаркового зеленого пояса. Часть территории принадлежит частной компании, и жители города опасаются за нарушение целостности лесного массива. Еще в 2019 году администрация Самары поддержала инициативу горожан, и на всей территории парка была установлена зона R3, которая подразумевает размещение объектов только рекреационного назначения. Однако зимой у горожан появился повод для беспокойства. Им перекрыли доступ на частную территорию ограждениями. В рамках действующей правовой модели установление лесопаркового зеленого пояса в отношении парка 60-летия советской власти будет, возможно, оптимальным способом выхода из сложившейся ситуации. В целях, еще раз подчеркну, коллеги, одной – сохранение лесопарка в существующем виде. В слушаниях приняли участие более 400 неравнодушных жителей города. Некоторые из них требовали присвоить парку статус особо охраняемой природной территории. Но сделать это невозможно, потому что по закону такой статус можно присвоить только той земле, которая принадлежит муниципалитету. Однако закон позволяет устанавливать лесопарковый зеленый пояс даже на частной территории. Городская власть стремится к тому, чтобы все-таки эта зона, она была более ориентирована на интересы публичные. Для того, чтобы в рамках этой зоны в качестве элемента лесопаркового зеленого пояса были дополнительные ограничения на определенную свободу права пользования, именно пользования собственниками тех участков, которые являются участками в частной собственности. Одним из аргументов сторонников включения территории в состав лесопаркового зеленого пояса стала возможность привлекать к ответственности собственника земли, если он нарушит целостность леса. В кодексе об административных правонарушениях есть статья, специально предусмотренная, 845.1, о спиле, о нанесении ущерба лесопарковому зеленому поясу. Принятие сегодня решения и дальнейшее направление решения в Самарскую губернскую думу позволит хотя бы привлекать к ответственности тех, кто срубает деревья на территории частной собственности. Итог встречи и подсчет голосов провели на глазах общественников. 220 человек поддержали идею включения парка в зеленый пояс. 129 выступили против. Еще 40 бюллетеней для голосования были испорчены. Теперь результат общественных слушаний вместе с ходатайством мэрии общественная палата передаст в Самарскую губернскую думу. На рассмотрение обращения у парламентариев будет до 40 дней. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Придать эстетический вид городским газонам и снизить опасность для людей, страдающих аллергией. В Самаре проходит первый этап сезонного покоса травы. В этот раз планируют охватить площадь почти в 1,5 миллиона квадратных метров. Из них около 500 закреплены за муниципальными предприятиями. За оставшуюся часть отвечают администрации внутригородских районов и управляющие компании. Косят траву как с помощью спецтехники, так и вручную, используя газонокосилки и триммеры. По состоянию на сегодняшний день на объектах городского хозяйства трудится 11 бригад, и 26 бригад работают на участках внутригородских районов. Главное условие для начала покоса – сухая погода и высота растительности в 15 сантиметров. Поросль срезают до отметки в 3 сантиметра. Первый этап скашивания травы пройдет до середины июня. Организован ежедневный контроль. Нарушителям правил благоустройства грозят штрафы. Газоны, которые относятся к уличной дорожной сети, это полосы, разделительные полосы на уличной дорожной сети, это отделяющие проезжую часть от тротуаров, либо находящиеся непосредственно примыкающие к проезжим частям и тротуарам, осуществляются предприятиями, которые обслуживают данные дороги. Это у нас муниципальное предприятие благоустройства. Газоны, которые располагаются на территории бульваров и скверов, обслуживаются, спрос производится муниципальным предприятием «Зеленхоз». Создается в парках города, работа осуществляется в самом парке Самары и на набережной предприятием «Самарская набережная». Управляющие компании ТСЖ, ЖСК следят за состоянием придомовых территорий. Если после первого этапа покоса некоторые газоны останутся неухоженными, жители могут обратиться в диспетчерскую службу Департамента городского хозяйства и экологии по телефону, который вы видите на экране. Пространственное развитие Самары и повышение качества городской среды. В Самарском университете прошла 4-я стратегическая сессия по комплексному развитию города до 2025 года. Участники обсудили предложения по развитию транспортной инфраструктуры областного центра, ЖКХ, улучшению качества городской среды. Тему продолжит Ольга Павлова.
Сделать Самару похожей на самые продвинутые и экономически развитые города России и мира участники 4-й стратегической сессии приступили к обсуждению пространственного развития Самары и вопросам повышения качества городской среды. Представители власти, экспертного сообщества, сотрудники Самарского университета, архитекторы и ведущие ученые ищут самые удобные и эффективные варианты развития транспортной инфраструктуры, логистики, сферы жилищно-коммунального хозяйства. Тем более, что недавно у нас был принят генеральный план развития города на долгосрочную перспективу. И, конечно, все эти нюансы должны найти отражение вот актуализированной стратегии социально-экономического развития города вот на перспективу. Говорят эксперты и о необходимости правильных решений, касающихся области жилья, благоустройства, об эффективности и частичном изменении градостроительной политики. К примеру, как разгрузить город от пробок и оптимизировать пространство под строительство новостроек, используя его более рационально. Вопрос этот чрезвычайно актуальный. Мы проводили в университете социологическое исследование при подготовке вот, корректировки стратегии, и большинство респондентов было очень заинтересовано в решении вопросов пространственного развития городского округа Самары. Стратегическая сессия прошла уже в 4-й раз. До этого к обсуждению привлекали экономистов, студентов и молодежь. В ходе дискуссии участники сформулировали предложения, реализация которых поможет комплексному развитию Самары. Ольга Павлова, Григорий Плешаков. События. Число заболевших коронавирусом в регионе снижается. Медики связывают это с вакцинацией. У многих с момента первой процедуры прошло более полугода. Самое время повторить. Подробности в нашем сюжете. Житель поселка Рубежный Ольга Тюник коронавирусом переболела в начале пандемии. Ковидом заразился и муж. Ему пришлось лечиться в больнице. После выздоровления, как только появилась возможность, оба привились. Через полгода прошли ревакцинацию. Сейчас снова пришли на процедуру. Побочных эффектов не было. Вот. Все нормально прошло. Нужно, потому что ждем еще одну волну. Вот. А так как я считаю, что взрослые должны эту заразу остановить ради наших внуков. Внучку год не видели, когда болели. Поэтому вот стараемся все на себя взять. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекции в регионе стабилизировалась. Но вирус не исчез, поэтому вопрос профилактики по-прежнему важен. Специалисты напоминают, спустя полгода после перенесенного заболевания или первичной вакцинации необходимо сделать повторную прививку. Это поможет укрепить иммунитет и в случае встречи с инфекцией минимизирует риски тяжелого течения COVID-19. Ну, коронавирус отступает, конечно же, но тем не менее очаги еще есть, то есть заболеть можно. Антитела, к сожалению, у нас падают, они опускаются ниже нужных нам уровней, поэтому поддерживать титр необходимо повторной вакцинацией. В Самарской области все желающие могут сделать прививку от коронавируса, а также пройти повторную вакцинацию. Сделать прививку можно в поликлиниках, пунктах вакцинации, в том числе и мобильных, которые расположены в торговых центрах, во врачебных амбулаториях, сельских, фельдшерско-акушерских пунктах, в том числе и мобильных. В регионе есть возможность привиться подросткам 12-17 лет. Привито уже более 2500 несовершеннолетних. Чтобы пройти вакцинацию, жителям поселка Рубежный в город ехать не надо. К их услугам новая врачебная амбулатория. Офис открыли в декабре 2021 года. В здании размещается и детское, и взрослое отделение. Они изолированы друг от друга, оснащены фильтр-боксами и прививочным кабинетом. Виктория Шарая, события. В Самаре прошел гала-концерт фестиваля «Самарская вишня-2022». На сцене Дома культуры «Заря» выступили лучшие творческие песенные коллективы города и области. Знакомился с народным творчеством Максим Магомедов. Гала-концерт юбилейного 15-го фестиваля русского песенного творчества «Самарская вишня-2022» собрал на сцене Дома культуры «Заря» более 200 артистов, среди которых солисты 8 хоровых коллективов и 10 ансамблей Самары, Нефтегорска и Волжского района. В зрительном зале представители разных поколений, ветераны войн, труда и люди с ограниченными возможностями. Мы говорим о войне, и здесь в песне в том числе. И прикоснуться к тем годам каким-то образом, хотя бы со стороны творчества, это тоже очень важно. Сохранение исторической памяти важнее, наверное, сейчас этого нет. Традиционное, то, что зарождено в нашем народом, те традиции, та самобытность, которая у нас была, она должна сохраняться и передаваться с поколения в поколение. Вот это одна из важных задач нашего этого фестиваля.
По результатам оценки судей фестиваля «Самарской вишни 2022» были отобраны лучшие творческие коллективы, которые смогли представить свои музыкальные номера на гала-концерте. Трансляция проходила в онлайн-формате. Организатором фестиваля выступил Самарский дворец ветеранов при поддержке Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Особенностью является то, что будет присутствовать молодое подрастающее поколение на сцене, фольклорные ансамбли детские. И я думаю, этим самым как раз вот такая преемственность поколения, она будет прослеживаться, и это тоже его отличает. Одному из детских коллективов выпала честь открыть концертную программу. Его руководитель Елена Меркулова выбрала для себя направление народного творчества еще 18 лет назад. Говорит, нравится обучать детей народной культуре. Радость – это самое главное для зрителя, потому что от исполнения и слушания народной песни, мне кажется, люди получают много удовольствия и какого-то позитива в нашей жизни. В фестивале приняли участие творческие коллективы и солисты в возрасте от 55 лет и старше с композициями на русском языке. В качестве аккомпанемента была использована только живая музыка. Виктория Шара, Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Команда молодости нашей. В столице региона прошел городской шахматный турнир среди ветеранов Самары, посвященный 77-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники турнира – люди опытные, у каждого свой рецепт успеха, о шахматных баталиях в нашем материале. Вячеслав Коновалов в шахматы играет с детства. Много лет проработал на предприятии космической отрасли, дефектоскопистом рентгенно-гаммографирования. В его ведении был контроль за изделиями на всех этапах производства, чтобы швы были в порядке, а на металле не было трещин. Аналитический склад ума, скрупулезность, умение концентрироваться – все эти навыки нужны не только в его профессии, но и в шахматах. Вячеслав Коновалов участвовал в заводских соревнованиях, достиг больших успехов. Позже стал тренером по шахматам, неоднократно был судьей на турнире. Уже третий год участник команды Кировского района. У него свой ответ на вопрос, от чего зависит успех шахматиста. От концентрации. Концентрации, спокойствия. Как только заволнуешься, сразу делаешь ошибки. Делаешь ошибки, проигрываешь. Во всех этих соревнованиях я вот с этими моими, как сказать, партнерами даже из других команд участвовал в различных соревнованиях. Ну а потом было, наоборот, трудно судить их. Перейти опять в игровую практику проще мне, чем судить. Городской шахматный турнир среди ветеранов Самары проходит 18-й раз. В нем приняли участие 8 команд из районов областного центра. Команды боролись за первые 3 места и кубок, а в личном первенстве определяли 5 победителей, которые получили дипломы и подарки. Каждый шахматный турнир выявляет большой, огромный интерес со стороны именно людей пожилого возраста к этой игре. Очень приятно, что благодаря вот таким серьезным связям с городским советом ветеранов, с районными советами ветеранов, ежегодно они направляют свои районные команды на наш турнир. Соревнования традиционно проводятся по муниципальной программе «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста». С 24 мая в Самарском дворце ветеранов возобновляет работу шахматный клуб. Юлия Василькина, Сергей Баскин. События. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС», обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В телеграм-канале администрации Красноглинского района Самары сообщают, что работники музеев сегодня отмечают профессиональный праздник. Решение об учреждении Международного дня музеев было принято по инициативе советской делегации на 11-й Генеральной конференции Совета музеев, проходившей в Москве и Ленинграде в мае 1977 года. Благодаря музеям каждому из нас становятся доступны культурные и материальные ценности, шедевры живописи, археологические находки, уникальные предметы. А 21 и 22 мая в честь этого праздника в Самаре пройдет Ночь музеев, во время которой будут организованы бесплатные пешеходные экскурсии по городу, сообщают в телеграм-канале администрации города «Вести с Дворянской». В дни акции будут работать более 50 площадок. С 13 до 18 часов будет проводиться детская Ночь музеев. В 18 часов стартует основная программа акции. Улица Куйбышева 21 мая станет пешеходной. С 15 до 23.30 с интервалом в 15 минут от остановки «Самарский филиал 3» Третьяковской галереи до площади Дзержинского по основным площадкам будет курсировать бесплатный экскурсионный автобус.
Администрация Ленинского района Самары напоминает, что горожане могут проголосовать за преображение любимого пространства. В перечень объектов в следующем году от Ленинского района выдвинут сквер Монастырского. Голосование за объекты благоустройства в 2023 году идет на платформе 63.городсреда.ру и продлится до 30 мая. Принять участие в нем могут все желающие старше 14 лет. В телеграм-канале Самарского района сообщают, что 1 июня на Ленинградском спуске набережной пройдет событие, посвященное Дню защиты детей. В программе знакомство с творческими объединениями центра, расположенного в районе, игры-конкурсы, прикладные мастер-классы. Начало праздника в 11 часов. А на этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости также и на официальном сайте Самара ГИС, на страницах в Одноклассниках и во ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Всего доброго. До встречи.